Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков, в эпоху становления страны как мощного государства. Законным отцом трехцветного флага признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. В честь дня государственного флага в городах и районах проходят самые разные тематические мероприятия. На площади Дворца культуры и искусства организовали познавательно-игровую программу «Цвета моей Родины». Ребята узнали историю создания российского флага, сущность и значение государственных символов Российской Федерации, где используется флаг и почему нужно бережно и уважительно относиться к этому символу Родины. Также ребята приняли участие в викторине и смогли проявить ловкость и смекалку в эстафете. В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка значений цветов флага России. Белый цвет означает мир, чистоту, совершенство. Синий – цвет веры и верности, постоянства. Красный цвет символизирует энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество. Современный триколор – настоящий символ нации. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск, ТВ.